echo start as it crossing trembling noises that come too soon spatial movement which seems to near resonating a mask of fear hollow talk in a hollow game Shadow rises when you are here. Back to the beginning. Silence ceases a clouded room. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises in all you do. Tighten your jaw and then cross the room. Spatial movements are born of life. Shadows scatter without a fight. It's never been bad, there has always been true. Muted whisper of things you know. Спасибо всем за то, что вы приехали, участвовали, превозмогали, побеждали. Вчера была просто замечательнейшая погода на самом деле. Испытание на силу. Знаете, 3D-стрельба, ну и вообще стрельба из лука, это очень психологический вид спорта. Мы все об этом знаем. И борьба ведется прежде всего не с соперником, а борьба ведется с собой. Мы выходим на рубеж, мы боремся с собой. Я думаю, что каждый... Особенно вчера смог победить себя. Здесь всегда дружелюбно относительно, ну, если сравнивать, например, с Москвой, здесь, конечно, в разы лучше. И трасса выставляется как-то более понятно. То есть не заблудишься ничего, бывает, там приедешь на соревнования. Ходишь и ищешь по лесу мишень следующую. А здесь все четко, понятно. Есть такая практика на чемпионатах мира и Европы обмениваться значками в группах, когда люди идут. Это французский, итальянский, испанский, Хорватия. Ивановцы, конечно, удивили. Вот. И хотя мишенная обстановка такая, ну, не разнообразная, скажем, подъемов, спусков не так много, но все равно очень интересно. Очень здорово. Все понравилось. Спасибо огромное. Спасибо за фотку. И щит поставь изолонную туда. Можешь остаться там, стрелы ловить. Ощущение, как всегда, соревнований самое приятное. Общение с знакомыми, с новыми знакомыми. Ну, как бы опыт получаешь, понимаешь, что правильно сделал, что неправильно.
еще вот эту? Нижнюю. Вот восьмерка. Раз, два, три. Да, 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 да. Блин, Боря, вот как ты умудрился, блин? Почему? Андрей вторым стрелял и попасть его стрелял. Вот так. Сегодня вообще замечательно. Так. Хорошее впечатление. Стрелять мы любим. Любые соревнования для нас. Праздник. Все. А был бы другой бобер бы, как ты сказал бы, и был бы у него десятка, а у тебя восьмерка, и все. Интересно, конечно, интересно. Дентрик, второе место. Эй, да, да это не второе место, это вообще место. Тут сейчас, блин, подожди, не поймешь. Сейчас нам еще с тобой стреляться. Процесс пошел. Результат всегда хочется показать лучше. А если не будешь участвовать, какой у тебя будет результат? То есть для того и участвовать в соревнованиях, чтобы привыкать. Все-таки это условия такие непривычные. Такой стресс для организма. Все равно такого рода есть. То есть здесь точный выстрел зависит очень от нервной системы, а как раз вот на соревнованиях. Лично у меня огромное уважение вызывают люди, которые организовали наши трассы, не спали ночами, под дождем бегали и все расставляли, готовили так, чтобы нам все понравилось. Владимир и ребята, которые участвовали и потом еще и стреляли хорошо. Александр Лебедев, вы все пытаетесь, а я не могу.